Ты, блядь, вывезли тупо стены. Мать, детей смотреть. Там. Всем привет, дорогие друзья. Вот такой вот малышок вышел у нас на улицу сегодня. Хотим выставить его на продажу. Нет, за мной. Хвостик. Отдан. Красавчик. А, ё-моё, сейчас тебя заделают. На улице вышел. А, видишь, что? О, сейчас кто-то в огород, наверное, прыганет. Смотри, новый человек. Новый мир тут. И они все к нему. Он такой хороший, он похож на них. Они сразу его видят. Ты посмотри. Мамка, сестра. Мама, сестра. О, упала тоже. Тут навоз уже разгребаем на грядку. Опа, опа, опа. Я попёр. Вот. Конечно, не хотелось бы его продавать, но кровь смешивать нельзя. Поэтому вот он запнулся маленький. А Люська его помнит. Ну как она? Это елка. Завтра в поле пойдут. А это, и это. Поснимаем. Это папа. Елка, да. Сука, такая стерва, блядь. Кобыла, блядь. Ага. Она тоже к нему, видишь, маленький человек. Вот. Опа, опа. Хоп-хоп-хоп. Это мама и сынок, блядь. Сейчас. Рядом у нас елка. Вот он, малышок. А чем мне нравится, у них глаза какие-то не такие. Да, вон мама твоя зовет тебя. Иди, иди. Твоя мама зовет тебя. Иди. К маме иди. Да я не мама. А, ну да. Я тебе говорю. Просто, может, это... Чё? Тут у меня курочки. Ну что, расскажете? Завтра в поле чешем. В поле чешем. А ты пойдешь в поле? А, бычок, ты пойдешь в поле? Не хочешь в поле? Там пастух шибанется. Вот сестра твоя какая красивая. Елочка. Пойдем папу покажем. Пойдем. С папой ты редко общаешься. Вот он, папа. Это папа твой. Иди подойди. Ну что это такое? Так, Зоря у нас сегодня осталась дома. У нас небольшое ЧП. Мы сломали рог. Позвонили ветеринару. Ветеринар сказала, только йодом перематывать не надо. Ну вот, посмотрим. Завтра все пойдут в поле. И Зоря тоже. Опа, опа, это тоже как себе домой. Ага. Они очень умненькие. Видите, это джерсийская порода. Они очень умные. Ручные. Видишь? Сегодня как-то ветер, да? Вот они, мама. Титя там рядом ходит. Но мозгов не хватает. Голову поднять на Титю. Люське это, потемнело стало, да? Лицо она, да, потемнело. Ну что ты, сосунчик, вон твоя мама. Маму целуй свою. Ты что делаешь? Вот так вот, что-то не приняла, сыночка. Что-то его на рога. Так, не надо ругаться. Ай, боже мой. Ну, красотища такая вообще. А не видишь, все за ним.
За ребенком смотрят. Нет еще? Ну сейчас. Сейчас будем фотографировать, выставлять на продажу. Все такие хорошие все. Люсенька, это твой сыночек. Куры, что вы там ищете? Червячков? Мы уже грядку ложим. Не, мне кажется, все равно они его не обидят. Да? Нет, конечно, мы с ними не оставим. Потому что... Через мамку пролетел. Видите, как тут вот, не знаю, отсвечивать может. У Люции потемнело лицо, кожа. Вот тут вот шерсть. Видите, как... Совсем другая. Нет! Давай. Ну ладно, все, мне надо делать фото. Уже не ругаться. Всем пока.